С понедельника по четверг он разоблачает произвол полицейских. И за это они его не любят. Может, нам съездить к этому блогеру, утрясти как-нибудь? Утрясать надо было, пока он шумиху не поднял. Чего они, извинялись? Предложили поработать в оперативно-следственной группе. Нам этого фотографа теперь за ручку водить? Надо будет. Будешь водить за ручку. Цирк Шапито! Взгляд на систему изнутри способен поменять твою реальность. Нам теперь что, из-за него совсем работать надо, да? Чего ты вылупился, звезда интернета? Народ хочет хлеба и зрелищ. Хороший ты парень, Цезарь. Да ты мне надоел. Здесь риск и опасность существуют рядом друг с другом. Всегда так было и всегда так будет, скорее всего. Вы задерживаетесь по подозрению в соучастии в убийстве. Чьи основания есть, что? Есть. И то, что казалось таким очевидным, приобретает другой окрас. Вот как тебе не надоест, скажи мне, вот эти все твои менты. Ну зачем тебе вся эта помойка? Эта помойка у нас жизнью зовется. Чтобы вы сдохли все. Вот таким, как он, станешь. Артем Ткаченко и Даниил Страхов в многосерийном фильме «Цезарь» с понедельника по четверг на ТВ-РУС.